Мы внутри. Ганатуля! Ну, конечно. А на чем они растут? Ого! Вот это впечатляет! Huh.
Что это значит? Слушаюсь. От тьмы береги свет. Как-то плохо они его берегли. Вон там, свет. А
Они накрыли его этой штукой. Но для чего? Смотри, светлый эльф. Что он делает? О, нет! За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Свет уже рядом. Ищи, где войти. Работало! Мосты появились! Иди за мной. Приготовься! Кошмары!
плохо, да? Давай, соберись. Пути восстанавливаются. Ищем свет где-нибудь еще. Нет, погоди минутку. Слишком сложно. Идем. Погоди.
кажется, нам сюда нельзя. Тихо. Ты слышал? Будь готов. Держись рядом. Эй, а когда мы доберемся до света, как мы заставим его стать Бифростом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда ее выбросил из этого мира. А? Почему я не слышал? Ты думал о ее безопасности, а не о нашей цели. Отец! Тихо! Я держу! Где твой нож? Назад! Свет! Да, цель уже близка. Но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Готов. Когда начнет рушиться, надо будет действовать быстро. Понял. Прыгай! Ага. Берегись! Вот они! Встань за мной и прикрывай! Хорошо! Красота! Свет
восстановил весь храм. Он тут основа всего. Погоди, он поет. Я слышу ее голос. Я же тебе говорил. Думаешь, она там? Очень больно. Руку огнем обожгло. Жди здесь. Но я хочу... Жди здесь. Это на крайний случай. Ты даешь мне свой топор? Я даю тебе его на время. Это не подарок. Спасибо. Что это? Фэй. Пожалуйста, вернись. Ты оставила меня тут. Атрей. С ним. Он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я ему не нужен. И не буду нужен. Я не знаю его, а он не знает меня. И, похоже, не хочет знать. Я сильный. Я умный. Я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю. Он со мной не говорит, не учит меня ничему. Лучше бы это он умер, слышишь? Он, а не ты. Но я это не всерьез. Ты же знаешь, я его люблю. Просто... хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может. Если он попытается, я тоже. Но если нет, прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь. Подожди! Вернись! Нет! Нет! Что ты наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в ловушку! Я ждал и ждал, но ты не выходил! Я сам тебя вытащил! Сын! Меня не было несколько... мгновений. Нет! Ты ушел туда очень давно! Я не знал, что делать! Ты бросил меня! Опять! Но тебе же плевать! Я... не может быть. Идем, пока они не вернулись. Надеюсь, ты нашел, что хотел. Смотри, вот выход, но нет света, мост не появится. Мы тут застряли, а ведьмина тетива бесполезна.
Мальчик, твой лук. Давай-ка. По моей команде, выпусти стрелу в камень. Теперь можно возвращаться. Идем. Лестница завалена. Вон там впереди световой кристалл. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира.
Волта! Я зажгу кристалл, если скажешь, откуда стрелять. Пора возвращаться наверх. Не пройти. Куда? Бабуло! Yeah.
ты его несешь? Пойди сюда. Будешь везде его носить? Может быть. Смотри, синяя дверь, которая не дверь. И чаша песка. Но как же я до нее доберусь? Идем дальше. Может, не будем грабить священное место, а просто уйдем? Если я захочу узнать твое мнение, я спрошу. Thank you.
его! Теперь можешь достать до чаши. Ну да. Что это значит? Семя. Запомни форму. Ну, ясное дело. Давай. И муж, и звери, и яблоня. Все начинается с меня. Да, это семя. Глупая загадка. И все-таки это дверь.
А вы, я смотрю, в дальний путь собираетесь? Чего ты ждешь? Мы зря здесь теряем время. Пора идти. Неважно. Отлично. Снова этот рогатый. Что ему теперь-то нужно? Он меня бесит. Он еще вернется. Нам точно нужно туда спускаться. А ты знаешь другой путь? Нет. И?